Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про то, как жены врагов народа искупали свою вину перед Советским Союзом. В 1937 году в СССР был издан указ о задержании родственников граждан, осужденных за измену Родине. Супруги высшего командного состава Красной Армии, члены правительства, ученые и литераторы были отправлены в Акмалинский лагерь, расположенный в степях Казахстана. 15 августа 1937 года генеральный комиссар СССР Николай Ежов подписал распоряжение НКВД номер 00486 о мерах по задержанию семейных членов и размещении детей осужденных изменников Родины. Для каждого члена семьи составлялась индивидуальная карточка при особом внимании к детям старше 15 лет, которых считали социально опасными и склонными к антисоветской деятельности. По указу предписывалось задерживать и без суда отправлять женщин в лагерь на 5-10 лет. Беременным, пожилым и больным выдавались ограничения на выезд. Судьбу остальных членов семей предателей определяли местные органы НКВД. Жилье арестованных женщин опечатывалось, а их имущество конфисковывалось. Они могли взять с собой белье, комплект одежды и обувь. Согласно архивным данным НКВД, с 1937 по 1939 год было арестовано 18 тысяч женщин-изменниц, у которых отобрали 25 тысяч детей. Для содержания тысяч осужденных в окрестностях современной столицы Казахстана был организован Акмалинский лагерь жен-изменниц Родины, известный как Алжир. К 1938 году в лагере находилось 10 тысяч женщин, еще 4500 находились в других лагерях по Казахстану. Многие из них были признаны пригодными к тяжелому физическому труду. Бывшие заключенные вспоминали, что лагерь площадью 30 тысяч гектаров был как остров в степи, огороженный колючей проволокой и смотровыми башнями. На территории находилось озеро Желанаш с камышами на берегах. Зимой заключенные резали камыш и использовали его для отопления саманных бараков, построенных из глины и соломы. Первая группа женщин, сестер и матерей, осужденных на 8-10 лет, прибыла в лагерь 6 января 1938 года. Свидетельствуя о тяжелых условиях, Анна Инданова вспоминала: «Питание было ужасным, пшенная каша и баланда. Мяса мы никогда не видели. Иногда давали коровьи ноги и копыта, и ночью мы их чистили, просушивали и варили». Другая заключенная, Мария Ансес, вспоминала, что перед ними выступил начальник Караганского исправительно-трудового лагеря Ота Линин, который сообщил: «Можем вам сообщить невеселые новости. Ваши мужья расстреляны как враги народа. Ваши дети находятся в детских домах, от вас отказались. Советская власть воспитывает их настоящими гражданами, преданными советской власти». Для искупления вины требовался упорный труд. Все женщины были отмечены как особо опасные, поэтому режим содержания был строгим. Их проверяли дважды в день, а в свободное время они находились под присмотром в бараках или на огороженной территории. Запрещалось писать и читать письма, а также получать посылки. Для младенцев в лагере организовывали ясли, куда матерей водили на кормление под присмотром конвоиров. В первую весну женщины сами строили цеха швейной фабрики и другие производственные помещения. Те из них, у кого было техническое образование и подходящие профессии, работали на лагерном производстве. Учителя, библиотекари, музыканты, актрисы и другие были направлены на сельскохозяйственные работы и помогали на стройках. Некоторые женщины прибыли в лагерь с маленькими детьми, которые вместе с больными и пожилыми работали на вышивальной фабрике, чьи изделия пользовались спросом по всей стране. В 1950 году лагерь Алжир был закрыт, а осужденные освобождены, однако до 1958 года им запрещалось покидать Казахстан.